В экспозицию вошли репродукции картин великих мастеров мира – Леонардо да Винчи, Веласкеса, Микеланджело, Рембрандта, Рубенса и других. Торжественное открытие нового образовательного проекта состоялось 31 января. Наш город очень плотно работает с концерном «Росэнергоатом» и со Смоленской атомной станцией. И постоянно мы пытаемся во всех проектах, которые реализуются в концерне, также участвовать. Вот один из этих проектов – это территория культуры «Росатом». Сегодня мы с вами можем наблюдать вот эти вот замечательные репродукции, которые представлены здесь, которые, в свою очередь, помогут вам, как будущим великим художникам, я в этом абсолютно уверен, да, узнать историю искусства, историю живописи. Расширив свой кругозор, воспитав в себе эстетический вкус и поняв развитие искусства всей нашей цивилизации, от античности до постмодернизма и все, что с этим включено. В конце концов, мы задача и концерна «Росатом», и Смоленской атомной станции, и всех жителей – это воспитать людей мыслящих, ценящих и понимающих искусство. Ареал культуры можно назвать кратким экскурсом в историю искусства. Экспозиция состоит из 12 тематических блоков. Каждый из них включает 25 репродукций, ярчайшим образом характеризующих эпоху. Таким образом, за год десногорцы увидят 300 известных произведений. Первая экспозиция – это эпоха Ренессанса и репродукции известных художников, которые включены в программу обучения школьников. Очень доступная выставка, потому что уже мы слышали слова благодарности от наших посетителей, от наших родителей о данной выставке. Говорят, очень доступно, очень все понятно и интересно в плане вот просветительской такой вот деятельности. Все репродукции сопровождаются аннотациями, которые позволяют донести до детей смысл и значение представленного произведения. Очень понравилась эта выставка, было очень интересно рассматривать ее, она очень доступная, было интересно ее читать. Я получила массу удовольствия от этой выставки и информации. Мне очень понравилась эта выставка, так как она интересная и познавательная для детей. И никакой ребенок, мне кажется, не сможет съездить в эти города, чтобы посмотреть, и здесь есть возможность. Выставка даст десногорским детям начальное представление об истории искусства и поможет развить творческое воображение и образное мышление.